Да, самое обидное, наверное, для команд будет это... Ой-ой-ой-ой, вот она и шайба! Филюк шикарно щелкнул, ну и, соответственно, Лорен Зинадин уже не выручает юниорскую сборную. 0-1, команда Анатолия Чистякова, счет в этом... Грицевич довольно неплохо на Шклеревского, бросок Шклеревского, сейв Зинадина, и 0-2! 0-2, две подряд шайбы. Юниор отправляет в ворота юниорской сборной. Шклеревский забрасывает. Если не ошибаюсь, это 13-я шайба для Шклеревского в нынешнем сезоне. И 0-2.